Итак, церковь Казанская. Гостиница Олимпия. Перед ним новая постройка, по-моему, 16 этажей. Стокман, универмаг. И 30 этажей башни-близнецы. Один отель, другой жилые квартиры. Даже такое еще осталось. Продолжаем движение. Направо поворачиваем на Тартуман, на Тартусское шоссе в сторону рынка. Вот там бывший кинотеатр. Ой, если не ошибусь, Эхо, по-моему, назывался. Теперь там магазин Максима. Алкогольный магазин какой-то. Но нам туда не надо. Мы поедем вот сюда. Вот так выглядит Таллин-Сити. Труба, я что-то думал, птица какая-то. Продолжим поездочку по центру. Вот здесь даже между домами, наверное, можно будет увидеть шпиль церкви Оливисты. Как вы помните, самой высокой церкви. И не церкви, а здание центра города. Кстати, трамвай. Я, наверное, лет 9 на трамваях не ездил. Надо будет попробовать. Ой, если не соврать, эти улицы, как называется... Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, пожарная вышка. Сейчас поедем в самый центр, самый, как его, самый сердце Таллина, откуда вообще ведут все расчеты, расстояние от городов до Таллина. Раньше там даже, говорят, стоял какой-то знак, что это центр. Честно говоря, его ни разу не видел. Так, ну что, зеленый, двигаемся. Выезжаем на перекресток с Нарвским шоссе. Ну, не могу вспомнить, как эта улица называется. Сейчас, может, почитаю. Пронкси, действительно. Пронкси и перекресток Бронзовая и перекресток Нарвского шоссе. Если мы поедем прямо, то выйдем прямо к порту. Таллинскому, естественно. Если не ошибусь, вот это здание, сейчас банка, раньше это был Пунанерет завод. Долгое время стоял никому не нужным, сделали банк, кстати, красиво довольно. У нас есть 4 линии трамваев, может быть даже 5, но 4 точно. Справа еще один торговый центр.
движение в субботу после 12 все-таки такое оживленное. Все пытаются проехать. Вот всем надо. Вот мне сейчас надо налево. Как я поверну? Спасибо. Нарвское шоссе, а там уже старый город виден. И тут немножко гостиница Виру. За 15 лет настолько она изменилась. Во-первых, перед нею построены жилые квартиры. Сделали между универмагом проход. Да. Едем дальше. Кстати, главпочтамт. Еще не, там ремонт сейчас был сделан. Сделали магазины. Ну, не знаю, в стекло, как всегда, облицевали. Еще не, я даже не был ни разу. Вот это Виру. Впереди пожарная вышка. И вот мы выехали на круг, от которого ведется все метрические расчеты до Таллина. Центр города считается. Вот этот круг слева. На круге у нас уступают дорогу. Кстати, их очень много в Таллине. Поехали. Кстати, а где-то здесь пальмы были. Потому что 5 градусов тепла 21 декабря как-то... О пальмах больше думаешь, чем о морозе. И вот эта улица Виру. Прямо проход к в старый город. Вот она. Слева театр Эстонии. Или оперный театр. На правой стороне это уже дома, за которыми находится старый город. Как видите, у нас никто не пытается задавить пешехода. Все пропускают. И полиция, видите, полиции, ну нету полиции здесь у нас. Она, наверное, есть, но в засаде. Или отдыхает. Сегодня, кстати, суббота же. Конечно, есть нарушения правил дорожного движения. Часто бывают, но они незначительные. Сейчас я выезжаю на площадь Свободы. Хотел показать гостиницу «Палас». Но она в ремонте сейчас. Блин. Вот я попал сейчас на линию общественного транспорта. Строюсь обратно. Ну, не заметил. А вот это у нас гостиница «Палас». Ремонтируется. Выехали мы, по-моему, эта улица называет нас Пярнусское шоссе уже. Она мало изменилась. Я смотрю дома, вот как они были, так и были.
здесь тоже постройки годов так 30-х. Дальше там, по-моему, сталинские построечки.